Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам персонально, Андрей Иванович. Как оно? Нормально. Нормально все? Молодцы. Все хорошо. Что у нас тут? Да проверить уровень в коллекторе. Газ откачать. Андрей Гранитович с Андреем Ивановичем друзья не разлей вода. Пусть первый мастер участка, а второй слесарь, зато бок о бок в Амурводоканале уже два десятка лет. И работа дружбе ничуть не мешает. О героических поступках друг друга готовы говорить часами. Андрей Иванович грудью заводил так называемый ПЗУ, пневмозапорного устройства, чтобы перекрыть коллектор диаметром 600. И, мягко выражаясь, грубо говоря, стоял по пояс в этом самом. Ну, вы понимаете, в чем, где мы работаем. Ну и с героическим, так сказать, усилиями преодолел, победили мы эту проблему. Большое спасибо сказать ему. Кондлюса, ты готов? Я, говорит, за любой кипиш, кроме голодовки. Вот так вот у нас примерно все и происходит. Особо любимый совместный кипиш друзей – рыбалка. Она же лучший подарок на профессиональный праздник. После работы Андреи поспешили не в ресторан, а на Зею. Место выбрали не рыбное, сразу определил Андрей Ромашкин. Его товарищ оказался другого мнения. Че крутишь? Андрюса, пилите, Шурочка, пилите, она золотая. Ты не умеешь, я не разучил, пожалуйста. Я ничего не пойму. Помоги другу, помощь другу. Вот. Каждый год день ЖКХ мы с Андрюхой ходим на рыбалку. Мы любим рыбу шарабанить, так называемый шарабан. Покупаем опилки ольховые, и вот ее прямо на рыбалке начистишь, подготовишь, посолишь, она пару часов полежит, и в шарабан зашарабанишь, и копченая рыба. Бывает, ну, домой привозишь довольно-таки много, 3-4 шарабана делаешь, и все, и рыба копченая. Едешь уже домой с копченой рыбой. Вот вам-то имень. Называется мужский пескарь. А ты как хотел? Учись, студент! Поймал. Да. Жареха есть. Это только пескарики, но будут и щучки. Праздник только начался, и его рыбаки намерены встретить на Бурейском водохранилище. Анжелика Павлова, Михаил Величкин, программа «Город».